25 октября в фойе Мемцентра состоялась официальная церемония открытия специализированных выставок на темы экологии, энергосбережения ЖКХ и квартиры «Дом-офис». Организатором является выставочная компания «Мозаика» при поддержке правительства Ульяновской области и Фонда содействия реформированию ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской области. На выставочной площадке свои экспозиции развернули предприятия из города Ульяновска, Самары, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Москвы. Участники представили новейшие достижения в области технологий, оборудования, материалов для объектов жилищно-коммунального комплекса, а также строительные материалы, дизайн и предметы интерьеров. На стенде медиахолдинга «Мозаика» была проведена презентация системы селективного отбора отходов на предприятиях. Также выставку украсили детские рисунки на тему «Город, в котором мы живем». И в день открытия выставки на сцене состоялось награждение победителей. Вместе с открытием выставок стартует месячник энергоэффективности, организатором которого выступает Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса и энергоэффективности Ульяновской области. Мероприятие нацелено на привлечение внимания жителей региона к теме рационального использования энергетических ресурсов, воспитание энергосберегающего поведения и активное вовлечение всех потребителей в решение проблем энергосбережения и повышение энергетической эффективности. В рамках открытия выставки региональный фонд ЖКХ энергоэффективности проводит круглый стол на тему применения энергосберегающих технологий в жилищном фонде. Посетить и подчеркнуть что-то новое в области энергосбережения жители и гости города смогут с 25 по 27 октября. Это особенно актуально в преддверии повышения цен на коммунальные услуги.